22-летний Владислав Голуб совсем недавно занимает должность врача-травматолога в Бобруйской центральной больнице. Парень учился на бюджете в Гомельском медицинском университете. Потому распределение ждал с волнением, ведь на первом рабочем месте нужно отработать 5 лет. Владислав признается, очень рад, что судьба занесла его именно в Бобруйск. В свое время я проходил практику, когда был студентом Гомельского государственного медицинского. Я попал в отделение травматологии. Я поработал там какое-то время, меня это очень впечатлило, мне очень понравилось. Я увидел своих будущих коллег-травматологов, мне понравилась их работа. Я захотел тоже быть как они, помогать людям. Как-то запало в душу. По стопам родителей пошла и Снежана Борбаш. Мама – врач общей практики, папа – хирург. В центральной больнице молодой специалист работает терапевтом приемного отделения. Опытные коллеги во всем помогают. Потому Снежана уверена, связав свою жизнь с медициной, сделала правильный выбор. При этом на достигнутом доктор Борбаш останавливаться не планирует. Развиваться, как-то обогащать свои знания, получать опыт, вот, развиваться – стремиться в дальнейшем, может быть, к повышению своей квалификации как врача. По хорошей традиции в стенах Бобруйской центральной больницы накануне чествовали молодых специалистов, а в этом году их более 80. Это врачи и средний медицинский персонал. Это достаточно грамотные, эрудированные молодые люди, которые выбрали своим признанием помогать людям, помогать оказывать медицинскую помощь, качественную и доступную. Мы уже за первый месяц их прихода в наше учреждение это увидели и уверен, что мы сможем новыми молодыми кадрами поднять потенциал нашего здравоохранения. К слову, большая часть медиков – бобруйчане, но есть и приезжие. Поэтому задача квалифицированных специалистов – наставить и создать благоприятные условия, чтобы Бобруйск для молодежи стал вторым домом. Я более чем уверен, что связь молодых специалистов и уже достаточно зрелых и опытных работников медицинской отрасли действительно создаст тот симбиоз, который поможет уровень нашей медицины Бобруйской вывести еще на более высокую орбиту. В актовом зале медучреждения новоиспеченным медикам подарили сладкие подарки. Сразу после напутственных слов молодые специалисты отправились на свои рабочие места. Ведь помощь людям нужна всегда и в любое время. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.